Всем доброго времени суток, меня зовут Семен Щукин. Сегодня мы будем играть на этом комбике Marshall MG15 и на этой гитаре Берни RLS-45. На передней панели расположен разъем для подключения громкочастотного канала, переключение каналов Clean и Overdrive. Для овердрайва две ручки, гейн и волюм, трехполосный общий эквалайзер, разъем для наушников и MP3 плеера. Ну и кнопочка вкл-выкл. На задней стороне ничего нет, поэтому нет смысла просто ее фотографировать и показывать. Чистый звук. Поиграем на перегрузе. А сейчас мы, как и в предыдущем видео, про вот эту вот гитару поиграем разные отрывочки из хитовых всяких роковых песен. А нет, ты скажи что-то. Чего сказать?